Я понял то, что вот это мне все надоело, и я хочу работать на заводе главным. АвтоВАЗ. Да, в АвтоВАЗе главным. По не резьбе. Не по резьбе, наверное. Главным инженером не по резьбе. А что у тебя здесь? Тут пошла хуйня такая, с полки шибли пугая, ослонился от рожа, жопой сел на ежа. Ковер. Я понял, что это ковер. Я понял, что это... Не вот здесь было записано, не по резьбе. Вот, или выкрутили. Это воздуховоды крепились? Да. Я хочу быть главным по нерезьбе. Ребят, это Лада Веста, СВ. На нее нам нужно сделать шумоизоляцию. Сейчас вот ребята разбирают до голого металла салон автомобиля. Руслан уже катает листы виброизоляции в багажнике. Здесь мы делаем... Любить можно только вино, а остальное лишь только нравится. Да? Алексей Иванович. Крылатые фразы. Эффективную простенькую виброшумоизоляцию за 35 тысяч рублей. В два слоя виброшума. Крыша, двери, капот, багажник. Нет, капот мы не трогаем, да? Пол, багажник. Здесь и задняя дверь. Пластик за эти деньги мы не трогаем. Мы единственное лишь проклеиваем обшивки волнистым материалом. И дополнительно сюда нам нужно будет поставить аудиосистему по штатным местам. Скрытую аудиосистему. Стелс в правую нишу крыла. Акустика Орис FT165W. Сюда, здравствуйте. Вы проходите пока. Усилитель на сабвуфер и четырехканальник на акустику. Твиттеры, колечки, линейный преобразователь. Владельцу мы заказывали Стелс заблаговременно. Этот автомобиль приехал к нам из Московской области. Что ты опять там? Поезд тянет состав. Трактор. Трактор тянет состав. Ну это тягач, да? Дима, а здесь ведь и зад, и вперед, да, меняем? А вот эти вы сейчас шторки оставляете или нет? На вестах? Нет? Ребят, покажу промежуточный этап. Двигаемся с музыкой. Итак, белая Мазда. Ивана опять заехала. Мы немножко подстроили ее. Немножко сегодня позанимались настройкой Volkswagen в Тигуане. МП Пиромания. Ребят, да она ничем не отличается от Панацеи. Там единственное большее количество каналов и выходов РЦА на другие усилители. У нас готовы уже дверные карты. У нас готовы треугольничьи зеркал. Где-то они вот здесь вот были. Вот они. В Шкоду. Завтра у нас все уезжает в обтяжку. Вот так вот виброизолируется ящик. Двойная стенка впереди, снизу, сверху, сзади. Здесь будет стоять сабвуфер JL Audio Volkswagen Tiguan. Ну и давайте перейдем к героине нашего обзора, к Ладе Невеста. Первым слоем мы клеим STP Gold. Вторым слоем мы клеим барьер KS4. Дима вот сейчас подготовил терминал по пожеланию владельца. Пружинный терминал, здесь паечка. И все будет установлено в этот коробок. Вот этот короб будет весить килограмм, наверное, 30. Далее. На арки колес мы клеим рельеф 15-ку. Здесь аналогично. Сюда будет уже заклепываться стелс на резьбе. Завтра придет Юра, займется этим вопросом. Ну и в ногах водителя пассажира, в ногах задних пассажиров под задним диваном у нас клеится тоже два слоя STP Gold Devils, это 3-миллиметровый поглотитель, и четверка барьер. Штатную шумоизоляцию мы кладем поверх, потом укладывается штатный пол. Что он тут про резьбу сегодня рассказывал нам? А, Руслан? Не-не-не, а он там какую-то должность новую придумал. Я ее повесил во дворе. Махорку? Да, ну веник, думаю, тут я ведерком и солнышком пускай обдувает. Ну, прямо вот как входишь во двор. Вот тут на гвозде висит. У ног там, у меня жил Сережкин. Он дверь настежь, туча идет. И меня ее нахуярил. Она намокла. Курить нет, нихуя, блядь. Ты мне, да? Да, я, блядь. Я Сережке звоню, он говорит, блядь, ну я, говорит, людей привел. Ну, бригада работала, крыша. Ага. Ну, куда я уеду?
И, блядь, тебе позвонить нехуй. Я просто подумал, я тебе что позвонил? Я просто подумал, что ты поедешь на Выкшему, заедешь, пару пачек завез. Да я без проблем бы завез, здорово. Бля, я не могу, уши опухли нахуй. А когда нет курить, еще хуже хочется, блядь. Я хуею, я туда-сюда, туда-сюда. Это Танька тут, ну, посуду мыла. Татьяна Алексеевна. Да, это, ну, помой. Она говорит, отец, иди вылей. Я пошел, значит, через дорогу. Так иду, машина стоит. Нива, Шевроле. Думаю, Серега, приезжай. Приехал, пойду к нему схожу. Прихожу, я Серег, я тебе выручу, блядь, сигаретами. Я на их эти деньги отдам. То есть он, да, Леш, я бросил, я не курю. Я ебаный уже. У тебя ломка прям была, да? Прямо не, я не могу, блядь, как уехать. Она подходит. Отец, ну там все маленько осталось за кучей. Я да пошла ты нахуй своя кучка ебать. Я сейчас заведу и уеду нахуй. Я ебать не хотел. И, ну, ты, блядь, устал, да? Да ты еще я там ебал, блядь. Вот сейчас вот надо косить еще раз. Я вот съезжу в Арзамас. А ей надо что-то в этом. Ну, вот бабка-то у меня жила. Там что-то документы сделать. Ей сказали приехать 20 числа. Ну, хвосты почистили. Да. Она говорит, отец, поехали. Я ей говорю, я говорю, поехали сегодня. Я говорю, потихоньку, не спеши, а, блядь. Я говорю, ты все дела сделаешь? Я говорю, я все дела сделаю. Ну, у меня была бы слишком, думаю, мы с диваном маленько полыднем. Нет, нахуй, надо доделывать, ебаный ворот. А тут еще собрание из воды-то. Я, блядь, тоже психанул. А у меня хулика, если говорю, курить нет, я психанул, они подходят. Ты на нервах прям, да? Да, они подходят. Иванович, да позвоните Михайловичу. Я, да пошли вы нахуй, я вам что, комендант, что ли, нахуй? Позвони. Бараны, говорю, ебаные, блядь. Ну вот, я говорю, вот там телефон, звонит сами. Они ему позвонили. Давай, я как вот телефон у них вырвал. Я говорю, давай, говорю, сам приезжай, бык. Я говорю, своего мупа там, ебаного своего отдавшего, тоже этого быка вези. И вот они приехали, разбирались. Я соскучился своим историям. А, сейчас ты вправо, где мы? Мы сейчас возвращаемся к кому-нибудь позади. Давай. Главное не при избе, да. Но он может, он что-нибудь знает, как что выдавить. Вот. Под капотом у нас пока все по штату, за исключением то, что минусовая клемма снятая. Вот про эти воздуховоды, да, он что-то главный не по резьбе. Ребят, нового я вам ничего не показал. От слова вообще. Но вы просто с благодарностью иногда пишете, что спасибо, что показываете. Вот именно такие вот скрытые вот эти вот работы, которые на фото это одно, а на видео это немножко другое. Вот это тоже немножко другое, это уже нахер здесь не надо, это тоже. А здесь заклеено, под сиденьем заклеено. Завтра все, ребята, подсоберут и будем устанавливать сюда автозвук. Дима, а ты автозвук подбирал, да, сюда? Или клиент сам? Он сам подобрал. Я просто направил. Подкорректировал? Да. Ну, это очень хорошо. Что еще нового у нас? Синтепоша. Здесь только на герметик посади, Дим, чтоб такого не было. А? На говно в шумке. Нет. Полстелина от шумки. Вот. Технически грамотнее будет сказать. Говно это как-то. Ребят, здесь специально не собираем. Здесь конечные проверки. Все так четко должно. А, он еще не приклеил. Так, ну здесь у нас четырехканальник, здесь моноблок. Юран, ты любишь басы? А Юран не слышит, просто здесь громко играет. Рус, ты любишь басы? А ТМГ?
изоляции на дверях слушали тут. Вот это? А что вы ее не клеите? А? Нас просто клеим. Ты ее сейчас отдавай. Так, они же ждут тебя. Давай клей. У нас такие технические, но вылазит в процессе. А так вот выглядит незаклеенная штатная дверная карта. Сейчас ее проклеим волной от СТП. Волной. И... четырехканальный усилитель TSR50.4. Моноблок AMP-Pro 1600. И здесь установлен сабвуфер Challenger серии Opus. Сейчас я вам покажу конфигурацию аудиосистемы. Ребят, и у нас получается, по сути, бесплатная установка, да? 3000 рублей коэффициент. Но коэффициент почему? Потому что усилки имеют скрытый монтаж и сабвуфер в нишу крыла. Открою вам маленький секрет. В двух словах, доставка одного короба из города Камень-Шахтинский обходится нам 850-900 рублей. Вот. И мы их просто держим, по сути, мы с них вообще ничего не зарабатываем, потому что доставка все сжирает. Вот. И поэтому это компенсируем, так скажем, коэффициентом сложности усилителя сюда и сюда. Но разницу в звучании, я думаю, владелец ощутит даже в больших-больших наушниках. Под капотом сейчас покажу вам, как это все выглядит. Здесь у нас предохранитель в гофре. Плюсовой клеммит все подходит и все. И смотрите, несмотря на все вот эти, но у нас здесь на болтах колечки покрашиваем. На этом у меня все. Двигайтесь с музыкой. До скорых встреч. Увидимся, наверное, завтра или послезавтра. Будь добро. Юран решил починить демо-кар. Юр, что у тебя случилось? Ролик? Нет, ты мне навстречу попался. У вас, да, кофе, молоко, да, Алексей Иванович? Ну. Дима, а может полочку какую? Ты, наверное, отбираешь нахуй постоянно, да? Если я не намажусь, мне пиздец. Сказал отец, и дети ложки положили. Ha, 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 ha.